Адресное информирование о выборах президента России началось в Подмосковье 17 февраля. Представители участковых избирательных комиссий проведут поквартирные обходы, чтобы напомнить каждому жителю о предстоящих выборах президента России. Информационная акция продлится 3 недели по 7 марта. Члены избирательных участковых комиссий, так называемые обходчики, 4-5 человек, проходят по своим избирательным участкам. То есть они заходят в каждый дом, который закреплен за данным избирательным участком. Значит, у них специальная унифицированная форма, вот как на мне сейчас. Есть именной бейдж, тут указан номер участка. Во время визита работники избиркомов вручат листовки с информацией о способах голосования, адресах участков. Также обходчики будут общаться с жителями по специальной программе в смартфонах. Будете голосовать на выборах президента? Обязательно. Пойдете на избирательный участок или необходимо голосование на дому? Вы знаете, мне привычнее сходить на избирательный участок. Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.